Эстафету благотворительного марафона, организованную партией «Единая Россия», фондом «Сила добра» и телеканалом «Юрган», поддержал депутат Госсовета Коми Иван Медведев. Сегодня ведущие проекта «Дед Мороз и Снегурочка» побывали у мецената в гостях. Накануне Нового года наш... Да, конечно, будем участвовать. Потому что Новый год – это наш самый светлый детский праздник. К сожалению, реалии сегодняшнего дня таковы, что не каждому ребенку удастся это почувствовать. И как раз марафон поможет донести радость, праздник именно, до каждого ребенка. Иван Медведев, в свою очередь, передал эстафету депутатам Госсовета Владимиру Косову и Александру Макаренко, а также генеральному директору Севлеспила Михаилу Магию. Напомним, акция стартовала в Сыктывкаре 1 декабря. На конференции регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Ковзель поручил проработать инициативу не только в Сыктывкаре, но и привлечь все отделения партии в регионе. Кстати, любой желающий может пожертвовать деньги на организацию праздника для детей, которые вынужденно проведут новогоднюю ночь в больнице. Всю необходимую информацию для перечисления средств любой желающий может найти на сайте фонда «Сила добра» и сайте регионального отделения партии «Единая Россия».